Всем привет, Басамелса. И сегодня я буду играть на своем серваке. Постройки он называется. Потому что тут есть деревня, которую я сам построил. Ну, я тут всякое строю, короче. И смотрите, ребят, что я недавно построил. Смотрите, я недавно построил горки. Смотрите, ребят. Вот, например, горка для малышей. Я даже подписал тут, видите, ребят, табличку. Садимся. Мне кажется, такие горки уже все видели в Майнкрафте, они такие ржачные, просто по кругу катаются. Я решил такие тоже построить. Ну, короче, это для маленьких горок. Это понятно. Но вот это, ребята, уже для взрослых. Горка для взрослых. Забираемся и едем. Вау! Ветер прямо в уши дует. И под землю, ребят, прямо опускаемся. Эта горка сделана только из быстрых рельс. Она не из медленных сделана. Ни одного медленного рельса. Тут все быстрые при помощи красных факелов. Уху! Так, ну, ребят, есть один минус на горке. Когда ты приезжаешь обратно, тебе приходится свернуть новую вагонетку. Ладно. Смотри, что у меня счет есть в деревне. Прудик. И мой котик. Котик. Давайте его рыбкой покормим. Так, где тут моя рыбка? Рыба. О! Ребята, он есть такую рыбу? Должен вроде. Не, есть. Есть ты хочешь? Котик, ты есть хочешь? Сидеть. Кажется, батон есть не очень хочет. Хорошо. Тогда сиди тут, котик. Хорошо, ребят, что у нас тут еще есть? Еще у нас тут есть вот просветка. Вот смотри, чтобы в деревне было светло. Все, ребят, я играла на мирном, поэтому мобов тут нету. Я тут чуть-чуть посадил цветочков. Пчелок у нас нету, к сожалению. Которые опыляют их. Но у нас есть огород. Смотрите, тут растут у нас арбузы. К сожалению, у нас только один в деревне. И еще смотрите, что у нас еще есть. Еще, ребята, у нас есть в деревне жителей вот такая кровать-гоночная машина. Даже не спрашивайте, как я ее построил. Так, смотрите, ребята, тут уже кое-какой гонщик решил поспать. В гоночной машине решил он, ребята, поспать, похоже. Хорошо. Так, что я вам тут еще не показал? О, что у нас есть тут музыкальный блок? Давайте сыграем музыку. Та-та-там. Та-та-там. Короче, вот так вот все. Ну, в доме как там все как обычно. Хотя нет, ребят, знаете, что у нас тут еще есть? Я вам покажу кое-какой секретный тайник. Для этого нам нужен специальный домик. Вот этот. Вот это, ребят, домик, тут есть секретный тайник. Вы, наверное, спросите. Ну и где же он? Наверное, вверху. Ну нет, ребят. Он внизу. Сейчас я вам даже... Блин, я не рыбу хочу. Смотрите. Вот, у нас есть сундук потайной, где куча вещей. Жители об этом знают, и я тоже знаю. И поэтому, ребят, я его храню в тайне. Ну, не в тайне, жители. Мы с жителями все храним в тайне. Вот такой вот у нас потайной, ребят, есть сундучок. Еще у нас есть колодец. Ну, колодец это обычно, ребят, как в других деревнях. И еще есть домик главного тут, ребят. И еще есть кое-какая база. Смотрите, тут есть домик главного. Смотрите. Смотрите, главное, он тут уже давно стоит. Вот, кстати, ребят, самый главный житель. Мэр. Тут можно одеть всякую броню, настройки всякие. Так, нет. Тут, ребят, не с этой стороны надо заходить, а с самой другой. О! Что я сделал? Селянин, простите, я на вас топчусь. Ладно. Так, ребят, нам надо сзади заходить. Вот, смотрите, прямо под этой табличкой база находится база. Давайте вам покажу, что в этой базе. Так, где-то здесь она должна быть. Вот она у нас тут под бутылком. Вот, ребят, она. Вот тут вот есть место, факел. Да, вот тут. Тут мы проходим обычно в дом главного. Так, смотрите, ребят.
Тут у нас есть яйцо эндер-дракона. Эндер-дракона, правильно сказали, дракон. Короче, буду называть эндер-дракона. Все. Показал я вам, ребят. У тебя даже тут есть проход. Можно теперь и под табличкой смотреть, вот сюда даже идти. Тут факел. Ну, иду. В общем, вот такая вот у нас база, ребята. Ну, в принципе, по-моему, я вам все показал. Скорее всего. Не, еще кузницу, ребят. Еще кузницу. Если вы сейчас скажете, что это вообще не похоже на кузницу, то, ребят, я не знаю, как ее строить. Я ее сам придумал, построил вот такую вот. Ну, какая же кузница без рамы? Я не смотрел, как там ее строить. Я тут еще построил ступеньки, чтобы смотреть. Вот, смотрите, там уже спит один. Давайте я вам покажу, что в сундуке. Смотрите, ребят, в сундуке. Прости, что ли. Да-да, я открыть дверь тебе, если хочешь выйти. Все. Так, смотрите, ребят, что у нас в сундуке. Меч алмазный, броника, штаны и вот нагрудник. Два пера, две кожи и одна курочка. А, ты вернулся? Ну, хорошо, ребят, в общем, у нас такая вот деревня. А еще все жители непослушные и закрывают дома. Не закрывают дома, ребят, на замок. Они даже их сами не закрывают двери. Прикиньте. Кстати, к нам еще часто бегают всякие животные, особенно котики. У нас даже есть, где-то тут, сейчас я вам покажу, еще ферма котиков. Где тут ферма котиков? Ферма котиков. Где она? Не понял. Офигеть, ребят, ферма котиков, куда же делать? А, ребят, похоже, я их уже отпустил давным-давно. Ребят, подпишитесь прямо сейчас. Ну где вы еще такое увидите? Ну нигде, только у меня такое можно увидеть. Не, ну где вы видели, чтобы в Майнкрафте вот так вот житель валялся? Офигеть. Ребят, мне кажется, если я его стукну, он встанет, скорее всего. Наверное. Ну, ребят, очень круто выглядит на самом деле. А что если я дверь закрою? Он еще не встанет? Не, ребят, он не встанет, он продолжит лежать. Блин, ребят, ну подпишитесь, ну пожалуйста, ну это же нигде не увидишь просто. Блин, ну круто же все-таки, ребят, согласитесь. Это, за этой лайкой подписки не жалко даже. Что ж, ладно, ребят, в принципе, я вам все уже показал. Тут, да-да-да, вроде все уже. И поэтому, ребят, сейчас я переключусь. Ух, мой вид камеры. Давай, переключайся. Так, видео. Ага, делается спереди. Все, ребят, короче, на этом я уже буду заканчивать. Не забывайте ставить лайки и подписываться, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну, ребят, вы же сами знаете. Вы только что видели жителя. И за этого жителя, который там лежит просто, ну, не знаю, ну, лайк, подписка, говорю, пожалуйста. Ладно, ребят, всем пока-пока.